Здравствуйте! Сейчас я хочу поделиться с вами своим опытом, что я делаю, когда я утром встаю, и у меня вдруг я слышу такие коленки немножко такие тугие какие-то. Вчера много позанимался, позавчера немножко загрузил, что-то потянул их как-то там. И вот я чувствую, что они такие туговатые какие-то. И чтобы, может даже бывает, что-то как бы боль такая появляется. Ну, слышно такое, есть какая-то такая, что-то не в порядке, в общем. Что делать вот в таких случаях? Если я, знаешь, ну, это утром, утренняя такая штука. Если, например, я там еще не покатал мячики, там, шарики, которые я уже показывал, то я беру так вот просто масло, массаж с маслом. Это, например, у меня кунжутное масло, очень хорошая штука. Говорят, что это вообще очень самое лучшее масло для массажа, это кунжутное, что оно проходит 7 слоев кожи, что вот настолько оно хорошо. Или масло черного тмина, тоже очень хорошо. И масло черного тмина, кстати, у меня есть и такое, а вообще для того, чтобы пить, например, я пью его тоже. Что как это, так и другое, любое масло, я 1-2 глотка каждый день делаю всегда, за день. То масло черного тмина, у меня, например, есть очень хорошие люди, друзья, можно сказать, которые сами выжимают его, холодный отжим. Но если нет, я покупаю, например, это, например, какой-то там. Даже покупаю для того, чтобы посмотреть разницу в этих маслах. В общем, масло черного тмина или кунжутное масло. И берем вот такое вот блюдечко, маленькое, наливаем немножко. Сколько-нибудь. Видите, какое оно густое, у меня густое. Такого цвета. Темное-темное совершенно. Вот это масло. Оно само по себе хорошее для массажа. Очень хорошее. Но чтобы лучше проводимость была, такая для профилактики, я беру масло орегано. Ну, вы помните, душица. Душица и буквально там. Например, в это масло я добавляю 6 капель, 7 вот так. Видите, да? И вот так размешал его. И оно дает такую как бы проходимость. Если на Тибете такие делают лекарства, когда они, например, они делают всегда, что есть в этом лекарстве 3 составляющих. То, что несет это лекарство, то вещество, которое открывает все эти органы, где оно должно пройти, и само лекарство, чтобы оно уже спокойно зашло. Так и вот это масло орегано, оно очень хорошо вот так вот помогает открыть все. Оно само по себе горячее, и если это масло такое не очень горячее, по своим свойствам какое-то, то масло орегано, оно очень горячее и открывает. И вот такой вот раз. И смотрите. И здесь вы уже, когда массажируете, вы так отдельно, вот так, каждую часть вот так вот подвигали хорошо. И понажимали вот так. Обязательно вот это место. Видите, вот так сильно. В принципе, я хотел показать вам именно средство, которое помогает. Массаж вы можете делать сколько угодно всегда и без масел. Но вот это очень хорошее имеет свойство. И оно называется еще как бы, есть такие промасливания суставов. Промасливание, оно делается еще и тем, что кушают масло, там топленое масло, еще что-то. Добавляют куркуму, например, чтобы вот эта синовиальная жидкость, которая течет здесь, которая здесь всегда находится в этих суставах, чтобы она имела такое свойство жидкости, не было такое густое, не загустевало. И вот так вот. И вот этот массаж с этим маслом, буквально вот вы сделали, и все. И боль, и вообще тугость, тугоподвижность, все прошло моментально. Моментально вы целый день будете ходить спокойно, а может вообще об этом не вспомните даже, о том,
что у вас что-то болело, плохо двигалось. В общем, вы поняли, да? Масло душицы и любое такое масло. Кунжутное, черного тмина. Втерли вот так, втерли. Если оно осталось, вот так втерли. Понюхали его. В общем, если вы хотите заниматься здоровьем, нужно что-то иметь, таких помощников еще каких-то. То, что облегчает вам. И мало того, оно приносит такое удовольствие. Оно так хорошо пахнет. И мало того, оно, его можно и кушать. Все это и снаружи, и изнутри. В общем, вы поняли меня. Занимайтесь собой сами, чтобы вами никто не занимался. Ищите везде свои возможные знания, то, что вам поможет. Вы поняли, вот это такой массаж с этими маслами, очень хорошо согревает, очень. С утра сделали, целый день вы спокойно ходите, занимаете, все, что угодно делаете. Всего вам хорошего, будьте здоровы!